Всем приветик, мои сладенькие, с вами Хвойная Свежесть. Да, чуть давно у меня не было видосов, аж 4 месяца. Но я могу оправдаться лишь тем, что я копил на компьютер, чтобы заснять нормального контента, дабы у вас глаза не вытекали при просмотре. За это время я отказался от многого, в том числе и от веры в Путина. Почти полгода я питался ушной серой камнями в почках. Но, тем не менее, я накопил на вожделенное ведро и теперь могу делать монтаж на уровне именитых блогеров с миллионами плюс-плюс подписчиков. Я старался сделать монтаж из наиболее крутых моментов, поэтому, если вам понравится, ставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте рассказать друзьям, ибо канал еще свежий, девственный, и у него пока что нет такой большой аудитории. Всем приятного просмотра. Раз, два, слева. Ебать, просто я издал. Бомба андер. Я понял. Я понял. Что-то надо делать. Я понял. Мама. Мама. Ебать, блядь. Вау. Это дико, например. Есть тут кто? Ух ты, что я даю. Мне, короче, АВП классная. Призрачный фанатик называется. Фиолетовый, отдай! Отдай, сука! Быстро! Блочим его, блочим! Отдай!
Сука. Блин, с пистолетом они. Да ты сдохнешь, отдай все равно. Я же говорил, сдохнешь. И я сдох. Чё ты стрелишь мне? Не допрыгнул, лох. Да что такое, он постоянно хедшоты вешает. Смотри, ну это читак точно. Ну это читы. Подсадите меня на Б. Я могу подсадить на твою мать. Ну ладно, я пытался. Спасибо. Блять, я не даун, что ли? Они все в одну точку встали. Не дайте ему чисто и... Сити, сити, сити. Дайте эс, дайте эс. Хочу эс, сука. Пошли в жопу! Пошли в жопу! Да суки! А, серьезно? Ковры есть, ковры есть. Ковры, ну боже, даун. С вами играть не приятно. Своего погубил и сам погубил себя. Два мид. А, снизу идет. Ну, это читы. Юг, чисти. Все, главное, где бомбу били. А, да? Да тихо вы там всех не убивайте, пацаны, я же... Поздно ломится. Ну вот и все, всем спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новых видео. Ну и если совсем не затруднит, нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать, когда выходят новые ролики у меня на канале. А с вами была Хвойная Свежесть, всем пока!